Ты в нашу бухту приходи скорей. Всегда мы рады видеть здесь гостей. С пользой время проведешь и друзей себе найдешь. Веселье всех нас ждет. Вдаль морскую приключения нас с тобой зовут. Развлекаемся, смеемся тут. Мы заберемся на маяк и будем солнышком мечтать там и весело играть. Пип-лайн. Приключения в соленой бухте. Золотая лихорадка. Оу, мои лесные дни, мои лесные дни. Мы в поход уходим сегодня, я и скауты. Да! А вот и остальные. Доброе утро, следопыт Шкипер! Доброе утро, дядюшка следопыт Шкипер! Доброе утро, скауты! Все готовы к походу? Да! Да, дядюшка Шкипер! Ой, простите, следопыт Шкипер! Тогда запрыгивайте в соленый ровер и вперед! Прибежал, как только сумел. Ну, чем сегодня займемся? Идем в поход со скаутами. Следопыт Шкипер отвезет нас на верхушку холма вон туда. Обратно мы пойдем пешком. У нас есть карта, компас и остальное. Все остальное, кроме еды. Мы заберем ее в магазине мадам Эклер. Хорошо. Но я думаю, я останусь здесь. Я буду вас тормозить. Слушай, Пасти, ты можешь охранять маяк, пока нас не будет. Да, я буду его охранять. Ладно, садитесь в соленый ровер. Быстро, как летучие рыбы. А маяку нужна охрана, дядюшка Шкипер? Конечно, нужна, Пип. 2, 3, 4, 5. Спасибо, мадам Эклер. Этого нам хватит на весь поход. Мадам Эклер, все в порядке? О, увы, нет. Я уронила мое лучшее ожерелье в тесто и испекла его. О, это очень плохо. О, да. И теперь оно совсем сгорело. Ох, мадам Эклер, мне жаль. О, боюсь, что нам уже пора, мадам Эклер. О, за меня не волнуйтесь, Пип. Я развеселюсь, пока буду печь. Хорошего похода. До свидания. Бон вояж. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Руки вверх. Привет, Пасти. Чем ты тут занят? Стой, кто идет? Я иду, это я, Хоппер. И как докажешь, что это ты? Назови пароль. Пароль? Я не знаю. Значит, ты не пройдешь, пока не назовешь пароль. Сыр? Нет. Маяк? Нет. Трактор? Нет. Какой пароль? Пароль – банан. Банан. Проходи. Чем вы тут заняты? Пасти охраняет маяк. Так Шкипер не здесь? Нет, он повез скаутов в поход. А я принесла ему это в благодарность за починку моего такси. Может, присмотришь за ним, пока он не вернется? Положитесь на меня, миссис Твитчер. Я буду беречь его как нечто очень ценное. О, спасибо, Пасти. Интересно. Стой! Да я просто взглянуть. Нет, это для дядюшки Шкипера, а не для хитрой чайки. Грабители! Стоять! Стой, кто идет! Конфеты. Всего одну. Там нет никаких грабителей, Хоппер. Нет. Они вон там. И там тоже нет никаких грабителей.
Они уже вошли в маяк! Быстрее! Стоять! Я охранник Пести, и я скоро вас всех поймаю! Спасибо, что подвезли, следопычки! Удачи, скауты! Увидимся в соленой бухте! Сюда! Гулять мы идем вместе день за днем. Весело быть скаутом, мы с тобой поймем. О, не стоило мне есть так много. Нет, я съел все. От меня не спрячешься. Я знаю, вы там. Руки вверх. О, нет. Надо избавиться от коробки. Ты уверен, что грабители вошли в... Хоппер, ты где? Что скажет дядюшка Шкипер, когда узнает? Ха-ха-ха, он не узнает. Туда. Гулять мы идем, вместе день за днем. Весело быть скаутом, мы с тобой поймем. О, я даже смотреть на конфеты не хочу до конца. Почти пришли. Вперед, ребята! У-ху! Я пришел первым! Я пришел... Ой, что это? Алан, ты отложил яйцо? Я не думаю. Это золото. Может, это из закопанного сокровища? Смотрите, лопата! Здесь кто-то что-то копал. Может, здесь и закопали остальные сокровища? Стой, кто идет? Все хорошо, Пести. Это я, капитан Шкипер. Есть что сообщить? Нет, нечего сообщать. Только миссис Твичер принесла для вас коробку, но она пропала. И Хоппер видел грабителей, и я их не нашел. И Хоппер куда-то ушел. Хоппер, что ты сделал с коробкой дядюшки Шкипера? О, что-то нашел. Похоже на сундук с сокровищами. Что там? Ничего. Смотрите, я нашел еще золотую штучку. И вон еще одна. И еще. Целый след от них. Возможно, пираты рассыпали сокровища, когда так торопились его закопать. И может, их еще больше. Идем! Дядюшка Шкипер! Дядюшка Шкипер! Смотри, мы нашли сокровище! Мы нашли коробку! Она была закопана в песке! Наверное, пираты обронили все сокровище, потому что след привел нас прямо сюда! Действительно, похоже на золото. Но пахнет больше... шоколадом. Шоколадом? Это просто золотые обертки. О, обертки от конфет. К тому же пустые обертки. О, да кому они нужны? Нет, Пип. Думаю, кое-кому пригодятся. Нужна только иголка и золотая нить. Мы сделали это для вас. Вместо ожерелья, что вы испекли в том тесте. О, как красиво. Мерси, Пип. И мерси, Боку Альба. Мадам Эклер была так рада ожерелью, что подарила нам этот торт. Выглядит превосходно. Идем, будешь объясняться. Я нашел его. И я... Коробка. Это коробка, которую принесла миссис Твитчер. О, простите. Там были конфеты, и я их все съел. А теперь мне очень жаль. Ничего страшного, Хоппер. Зато обертки пригодились. Хоппер, хочешь кусочек торта? Нет, спасибо, Пип.
Я больше никогда не буду ничего есть. Совсем. О, жизнь моряка! Мы длинный путь прошли. Теперь съедим со всеми торт мы до последнего куска. Не будем, дядюшка Шкипер. Ты на нем сидишь. Так и есть. И на нем так удобно. Ну что ж, малыши, может, поедим торт в следующий раз? А сейчас пока. Всем пока. Озвучено по заказу CLS Media. Роли озвучивали Александр Коврижных, Антон Свинков, Евгений Вальц, Татьяна Шитова, Елена Греб. Песню исполняет Марианна Савонова.